Я работаю с людьми, я их хороню. А потом с коллегами мы идем бухать. А потом на кладбище песни мы поем. Наши вкусы сходятся во всем, помимо Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Я пою один. Как-то раз друзья меня ударили лопатой. Я очнулся и пошел в ресторан «Весна». Там играл какой-то черт песню про тюрьму. Слышишь, черт, базарю я ему, ты сбацай. Red Hot Chili Peppers, вот тебе задачка. Red Hot Chili Peppers, вот тебе болтос. Черт сказал, не обессудь, не слыхал таких. Знаю я Михайлова, Лепса и Трофима. А про этих, как их там, слышу в первый раз. Видно, невысок пока их класс, чё там за ход? Bad Chili Peppers, чё за коллективчик? Чё за Mad Head, Шпили Бивис, чё за молодняк? Возмущаться начали мужики вокруг. Почему остановилась песня про тюрьму? И чё за хрен с лопатою, торчащей из спины? Сбил нас с ностальгической волны. И чё за незнакомое английское название? Чё за неприятные, обидные слова? Выхватил лопату я и на них пошёл. Вовремя напомнили они мне про неё. Говорю им, я таких слов не потерплю. Я сейчас лопатой отрублю вам ваши Red Hot Chili Peppers. Всем поочередно ваши Chili Peppers нахер отрублю.